кто сливает Омскую область, почему регион в очередной раз не готов к паводку. Идеологический застой, те же лица, те же лозунги. Почему предвыборные кампании разных партий с каждым годом различаются все меньше? Столицами становятся, Омск претендует на звание главного города Сибири. Оправданы ли такие амбиции? Смотрите «Омск здесь» в субботу в 8 вечера и в понедельник в 7 утра.